Валентина Тергунина живет недалеко от памятника. 21 июля, когда прошел ураган, она прибежала сюда одной из первых. Сам мемориал жителям сел Заокское и Коростово, погибшим в Великой Отечественной войне, не пострадал. Сильный ветер перевернул огромную конструкцию с каменными плитами, на которых написаны их имена. Часть плит разбилась от удара. Гуреев Михаил Михайлович – это мой родной дедушка. 5 человек детей, мало-мало-меньше, все его провожали. Когда он стал прощаться, он старше моей маме сказал: «Нюра, береги детей, мы фашистов разобьем за 2 месяца, мы вон у нас какая сила». Но в 43-м вот погиб в Сталинграде. Осколки плит собрали, переписали имена, их более 100. На запрос, который телекомпанией был направлен в районную администрацию, пришел ответ: новые плиты в августе будут закуплены Заокским сельским поселением. Но этого так и не произошло. Средства на восстановление памятника собирали жители. Стояла коробочка, администрация у нас поставила коробочку и клали туда по 500 рублей, по 100 рублей, по 50, всю мелочь. Только так. И все. Потом вот ее забрали, все посчитали. Сам памятник появился в Заокском относительно недавно, в 89-м. Плиты с именами погибших в войне установили в 2014-м. Жители сами искали и собирали данные. До урагана на нем было порядка 300 имен. Новые плиты взамен разбитых уже заказали. Установить их обещал супруг Валентины Сергуниной. Вот набрали 7 тысяч. Я отвезла, сделала предоплату и заказала эти доски. Вот. Конечно, ждали, вот мы, не было такого материала, вот мы возили образец, чтобы вот сейчас вот начали писать их. Будут, сказали, готовы где-то 15 октября. После урагана пострадал и лес. Десятки поваленных сосен до сих пор так и лежат. Расчищать территорию начали, но работы продвигаются очень медленно. Рядом с местом, где прошел ураган, уже кто-то разжигал костер. Поскольку деревья так и не убрали, одна неосторожно брошенная спичка может привести еще к большей трагедии, чем произошла в июле. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».